Где ты? Кто ты? А ты кто и где ты? Я в Москве, и я Саша. А ты кто и где ты? Ну, во-первых, ты оккупант и вражина. Во-вторых, я на Кавказе, в Грузии. А, то есть ты оккупант и вражина кого? Тебя называю я так. Врагом и оккупантом. А, я оккупант и вражина. А что, я? Я ничего у тебя не оккупировал. Мне болото не нужно в Мухосранске. У меня есть своя родина. Красивая и на Кавказе. Видите, сейчас как от санкций у россиян крыша поехала. Это все вина санкций, которые им как клизму поставила вся весь мировое это сообщество. Оно еще, ты в это веришь? Оно еще. Не, я не верю. Я просто вижу, как ваши блогеры плачут, как Газманов покинул страну, как Алла Пугачева покинула страну, как Земфира покинула страну. Собчак покинул страну, как Меладзе покинул страну. То есть ваши какие-то люди покидают Россию почему-то, бегут в другие страны. У нас сейчас, понимаете, в Грузии 50 тысяч русских зашли, и они себя называют беженцами из России. В Грузию пришли, ту Грузию, которую вы оккупировали. Вот очень странно, и в смысле я этому верю. Я верю тому, что я вижу своими глазами и слышу. Слушай, вот что мне интересно сейчас, вот столько времени я на тебя смотрю, ты по происхождению кто? Татарин. Татарин. Казань брал. Астрахань брал. А кто Казан взял, кто Астрахань взял и кто татару брал? Русские взяли. И ты за Россию матушку топишь, да? Да. Раб? Крепостной? Почему? Ну, твоя территория, вся цела, Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Казан, Астрахань. Захвачено Российской империей, и ты говоришь, почему? И топишь за лучше, это. Лучше умы и эти самые домы татар стали русскими домами и татарами. Серьезно. И сейчас, если ты узнаешь, что серьезно. В Москве на минуту. Татар, это. Послушай меня, мне наплевать, где вы рабы там живете. Ты когда я уйду, что эти татары такими с глазами, что раб и крепостной. Просто странно. Тебе нравится, что твоих предков убивали, да, русские? Мои предки сражались вместе с русскими за империю. Опа. Опа. А кто Казань и Астрахань взял, я тебе еще раз спрашиваю. Иван Грозный. И кого там он убивал? Татар. Все, вот на это закончим. На YouTube я выложу. А что, значит, закончим? Не, потому что мне больше ничего не интересует от раба и крепостного. Так что, раб ты наш крепостной. Завтра ты будешь очень, как говорится, известным человеком среди татар. Все, гуляй сейчас, раб и крепостной. Позорный человек. Ну, добрый день, вечер, наверное. Я не понял. У вас добрый вечер, добрый день. У нас вечер. Откуда будете? А вы откуда будете? Россия. Оккупант, значит? Да, страна, которая ебет всю Европу. Только Европу? Мы ебем и Америку тоже. Ничего страшного. А насчет Грузии, Украины? И Мухосранск, скажи откуда. Я предсказал, я из России. Что ты сказал, Мухосранск, что? Я сказал, я из России. Ты мухосранец, скажи, откуда ты? Я мухосранец, откуда я? А кто ты? Я грузин вообще-то. Ты хуй с горы. Так называется у вас Грузия? Когда ты в Грузии жил, ты был грузином. Когда ты живешь в ебаной Европе, ты мухосранец. Я в Грузии, в Тбилиси живу. На тебя мухи какают. Я в Тбилиси живу, Грузия, в Тбилиси. Я не покидал свою родину. Я не знаю, как Европа выглядит. Я дома у себя, в Тбилиси. Как ты к России относишься? Нет, на минутку, сейчас вы меня оскорбили. Как ты к России относишься? Нет, на минутку, сейчас вы меня оскорбили, поматерили, сейчас спрашиваете, как я к России после вашего разговора отношусь? А мне, кстати, было до пизды, как вы к ней относились. А почему тогда спрашиваешь? То есть, смотрите, я сейчас завтра выложу вот это видео. Ты куда убежал, слушай? Слушай, я не говорю. Нет, ты куда убежал, как трусливый щакал? Вот куда ты убежал? Как позорный какой-то пердун, куда-то убежал. Ахренеть можно.
Куда ты убежал? Раз и навсегда. Нет, куда я вопрос задал, куда ты убежал? Может быть, только сраный грузин. Вот сраный грузин, который из Мабули, Бабули Ебля, и съебался в кусты. Может быть, грузин. Давай, сковари, откуда ты? Я тебе сказал, я из Тбилиси. Сижу в Тбилиси. У да себя в квартире. Ты откуда ты? В Тбилиси таких пидоров нет, как ты. А какие есть? Другие пидоры есть, тоже кстати, не хуже, не лучше. Тебя как зовут-то? Что, не понравилось? Ну, понимаешь, я целое время слушал, как ты материшь про мой народ. Я слушал, как ты оскорбляешь меня, мой народ оскорбляешь. Сейчас я тебе ответил таким же манером беседы, как ты животное, неандерталец, и ты сразу подгорел. Ты нахуй, твари! Ты же спросил мое имя. Я тебе говорю, меня зовут, и опять убежал. Здорово. Ты россиянин? Ты откуда сам-то? Ты россиянин, я тебе вопрос задал. Ты россиянин? А? Ты россиянин? Я да. Тогда мне твое здорово не надо. Почему? Потому что ты враг мой. Потому. Я вообще-то уважаю украинцев. Я грузин, я не украинец. Зачем? Зачем же? Я грузин, я не украинец. Я говорю, я украинцев уважаю. Я не украинец, я грузин. А как ты уважаешь украинцев? Ладно, давай наших украинцев. Как ты уважаешь их? Как ты уважаешь украинцев? Я вопрос задал. Я обычно за мирное небо. Всегда. А почему напали на Украину? Твоя родина. Зачем? Я так президент решил. А вы поддержали, да, его? Я такой не поддерживаю. А почему не помещали тогда? Я сам ВДВшник, я не поддерживаю. Я в Чечне воевал. А в Чечне воевали? Зачем? В первую. Зачем? В 95-м году. Зачем? Зачем ты в Чечне воевал? За Россию. За что? Чеченцы это русские? Чеченцы русские, я вопрос задал. Он, оказывается, за мир, но в Чечне воевал. За Россию. Долбоёб.